Тебе не стыдно, Джумбо. Потерпи же. Ты уже не такой маленький. Для слона Джумбо принимать перед едой 3 раза в день по 1 ведру. Твое лекарство готово. Только вот что, никогда не ешь 500 порций мороженого сразу. Это очень вредно. Очень тяжело. Смотри, смотри, не наткнись на Варвару. А то тебе не сдобровать. Ужас! Где он ее нашел? Она валялась. Это она лизала у меня на окошке, а он схватил ее своими зубищами.
Ну что же им делать, если они больны? Пусть околевают. Ну что это? Пусть околевают. Ну что это? Я же добрая, я тихая. Это они меня превратили в настоящую разбойницу. Ну когда? Когда ты их выгонишь вон? Никогда. Это все мои друзья. Я их люблю. Никогда не садись на ежа. Он этого совсем не любит. Пошел! Принц! Принц! Замолчи! Откуда ты, обезьянка? Это ужасно! Выгони ее! Сию же минуту! Ну, пожалуйста, уходи. Вы меня выгоняете? Выгоняю. Уходи сейчас же, а то я тебе... Фу. Ну, здравствуйте. Как вас зовут? Чи-чи. Ай-яй-яй-яй. Но это ужасно. Кто это сделал? Кто этот безжалостный человек, который водил тебя на веревке? Не плачь, я тебе дам такое изумительное лекарство, что шея сразу перестанет болеть. Хорошо. Живи у меня, обезьяна. Я не хочу, чтобы тебя обижали. Это и есть твой хозяин, который водил тебя на веревке? Не бойся, я не отдам тебя никому. Пожалуете ли вы мне что-нибудь за мою игру? Убирайтесь отсюда, вам! Он хочет, чтобы я лопнула от злости! Ну, теперь ему не сдобровать. Сейчас Варвара выгонит его. Добрая женщина, позвольте вас спросить, не забегала ли к вам моя обезьянка? Здесь нету вашей обезьяны. Нету, нету, нету. Уходите немедленно прочь. Стойте, стойте, дорогой шарманчик. Мой брат поступил нехорошо. Он обманул вас.
ваша обезьянка здесь? Кроме молния, я оторву ей голову. Пойдемте, дорогой шарманщик, я провожу вас. Ну, как тебе не стыдно, Варва? Ну, что это? Не бойся. Не бойся, глупенький. Ага, вы обманули меня. Вот она, обезьяна. Эта обезьянка теперь не ваша. Она пришла ко мне и сказала, что вы ее обижаете. И теперь останется жить у меня. Отдавай обезьяну. Не отдам. Отдай обезьяну. Не отдам. Клянусь своими усами, я отомщу им всем, а доктор вас совести. Ах, пожалуйста, будьте так любезны, сделайте им какую-нибудь гадость, а я помогу вам. Спасибо, спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли нашего нового товарища от злого шарманщика. Знакомьтесь, пожалуйста. Эту славную обезьянку зовут Чичи. Идем. За нами следят.
Я вижу, они действительно превратили вас в настоящую разбойницу. Да, да. Значит, вам можно довериться? Да. Я тоже настоящий разбойник. А знаменитый морской разбойник. Собирались! Ура! Кроме молнии. Ура! Мы отомстим. Айболиту и уничтожим его здесь. Отомстим? Мы отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. До свидания. Кроме молнии. Кроме молнии. Кроме молнии. Чичи выздоровела, и доктор Айболит выехал со своими друзьями на ежедневную прогулку. Обычно сам ослик выбирал дорогу. Иду, иду, Ава! Оставайтесь здесь, мы скоро вернемся. Тебя. Это действительно очень странная пещера. Да. И зачем понадобилось запирать пещеру на замок? Очень странно. Неужели там за дверью кто-то плачет? Надо ему помочь. Я не люблю, когда плачут. Надо открыть замок. Кто там?
Что ты, мальчик? Неужели ты, как некоторые глупые дети, боишься докторов? Нет, я не боюсь докторов. А он разве не морской разбойник? Да нет, нет, я доктор Айболит. Неужели я похож на морского разбойника? Нет, не очень. Совсем не похож. Иди сюда. Ну вот, вот и хорошо, вот. Ну, как тебя зовут? Меня зовут Емта. А как попал ты в эту пещеру? И почему ты плакал? Поехали мы с отцом в море ловить рыбу. Ну и что же? Ехали мы. Вдруг на нашу лодку напали морские разбойники. Ух и страшно! Ну. Самый главный пенуарис. Как? Пенуарис. Усы у него, во. Пенуарис захотел, чтобы мой отец тоже стал морским разбойником. Но отец сказал, я честный рыбак, я не желаю разбойничать. Да разбойники страшно рассердились, схватили отца и увезли. А меня заперли в этой пещере. Кто это? Не бойся, это Чичи. Обезьянка Чичи. Иди сюда. Давайте думать. Наверное, они бросили его в море. Не плачь, Пента, плакать не нужно. Давай лучше подумаем, как найти твоего отца. Скажи, каков он с собой? Он очень-очень красивый. У него рыжие волосы, у него рыжая борода. Ага. Так. Надо подумать, как его спасти. Ну, думайте. Нас по следу. Она ведет нас к моряку Робинзону. Скорей. Робинзон!
Робинзон! Робинзон! Надо немедленно отправляться в путь. Куда? Надо спасти отца вот этого мальчика. Ну, как же быть? Мне нужно вести очень важный груз. Мой корабль нагружен яблоками, арбузами и дынями. Робинзон, ну надо же спасти отца Пенни. Это важнее ваших яблок и дынь. Нет, никак не могу. Робинзон, ну что? Робинзон! А, что нет, такое нет, нет, не могу. Робинзончик? Но, ну не могу, не... Бежим, бежим, мальчик, на корабль. Поехали, поехали! Поднять паруса! Свистать всех наверх! Это очень нехорошо. Вы могли утонуть. Вот Хрю-Хрю, молодец. Она-то уж, наверное, вернулась домой. Ай-яй-яй-яй. Покинем никогда. Thank you.
Капли. Выпейте, они помогут. Ой. Ну, вот и хорошо. Ну, вот и хорошо. А главное, почаще принимайте вот эти пилюли. И тогда нога совсем перестанет болеть. Телеграмма. Это не телеграмма, а гипопотама. Телеграмма! Это ужасно! Маленькие гипопотамчики заболели ангиной. Ай-яй-яй-яй. Как же быть? Надо немедленно ехать домой. Робинзон, Робинзон, маленькие гипопотамчики заболели ангиной. Ай-яй-яй. Робинзон, Робинзон, когда же мы приедем домой?
завтра к вечеру. Но это ужасно. Как же я попаду гиппопотамчиком? Принимайте пилюли! Принимайте пилюли! До свидания! До свидания! Приезжайте скорее! Вперед, полный! Вон! Довольно ты пожил у нас совершенно бесплатно! Ты думаешь, доктор вернется? Как же? Жить, вот так он и свалится к тебе с неба. Ой-ой-ой. Ой. Ну, как тебе не стыдно, Варвара? Оставь же в покое Мишку, а я бегу лечить гиппопотамчиков. А где же все звери? Они на корабле моряка Робинзона. А завтра вечером они вернутся. Я очень спешу. Слышно, крохи гром. Прекрасные новости. Это ад и буря. Какие новости, гром и молния? Они возвращаются завтра на корабле моряка Робинзона. Они не вернутся, гром и молния! Идем! Thank you.
Доктор Айболы! Как я рад вас видеть! Заходите, поговорите с моей канарейкой. А то они все скучают и капризничают. А это потому, что вы избаловали ее. Я зайду к ней в другой раз. А теперь я к вам по очень важному делу. В порядке ли у вас на маяке лампы? Лампы? Да. Конечно, доктор. У меня все в порядке. Будьте добры, зажгите свои лампы поярче. Сегодня на корабле Робинсона приедут мои лучшие друзья, все мои звери. Я очень беспокоюсь за них. Не волнуйтесь, доктор, все будет хорошо. До свидания, Джамбо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, доктор. Молодчики. Что это такое это? А ты буря? Радиоустановка громе молния. Сейчас мы поговорим с моими молодчиками. Дорогими моими головорезами. Алло, алло. У микрофона морской разбойник Бен Алис. Морской разбойник Бен Алис. Приказываю моему кораблю немедленно повернуть на запад и напасть на корабль Робинсона. Сейчас там закипит работа, посмотрим. Они не думают поворачивать на запад. Они плывут, как сонные мухи. Радио не в порядке. Ничего подобного. Они распустились без меня, мои молодчики. Кто теперь идет, морские разбойники? Одни лентяи, лодыри. Никуда не годные людишки. Те, которые погоняли из школ. Алло, алло, алло. Грани молния, грани молния. Все погибло! Ой! 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 Ой!
воды, воды, воды. Грёвни! У микрофона пенали, стоп, вы лопнули! Глядите этот напад! Глядите, окаянные! Корабль идет! Это корабль Робинзона! Хватайте его! Налетайте на него! Смотрите направо, лентяи! Потопите этот корабль, 13 тысяч подряди! Не туда смотрите, лодри! Смотрите направо, смотрите направо! К пушкам! К пушкам! К пушкам! Пушкам давай! Пушкам давай! Thank you.
Извиняюсь, мадам. Но дела наши блестящие. Звери погибнут. Никто не спасется. Идем. Разыгралась буря. Доктор Айболит очень беспокоится за корабль Робинзона и за своих друзей. Что это значит? Почему на маяке не зажглись огни? Корабль Робинзона разобьется об скал. Джамбо, где вы? Он в обмороке, а мне некогда приводить его в чувство. Надо скорей зажечь лампы, иначе все погибнут. Джамбо. Морской разбойник Пеналес. Он погасил свет на маяке, а теперь корабль разобьется. Добрый доктор. Шарманщик. Варвара. Я тебе не шарманщик, а знаменитый морской разбойник Пеналес. Стой! Руки вверх, добрый доктор. Спасите. Ага, теперь уж тебя не спасут никакие звери. Спасите! Звери утонули. За мной!
Тебя двигаться, проклятый осел. Говори, будешь? Буду. Стой! Стой, 13 тысяч проклятий! Всю ночь продолжалась погоня, и на рассвете... Стой! Стой! Стой, 13 тысяч! Я сброшу тебя в пропасть! Гроби молния! Прекрасная пропасть! 13 проклятий! Спасибо, друзья мои, спасибо. Вы спасли меня от злого разбойника Беналиса. Он хотел меня сбросить в пропасть. Ужасная пропасть. Не покинем никогда. Чувандазы, шивандазы. А
Фундуклей, не Фундуклей. Хорошо, что нет Варвары. Без Варвары висели. Ну, как же корабль? Я сам видел, как разбился корабль. Это разбился корабль разбойника Беналиса. Теперь-то они уже больше не будут разбойничать. А как же вы в темноте не наскочили на камни? А вы совсем забыли про сову Бомбу. Она прекрасно видит в темноте. Она закричала, когда увидела скалы. Связать их! Связать, связать, связать. Громи молнии, громи молнии, громи молнии. Все погибло, все погибло. Кончилась сказка про доброго доктора Айболита.